практически всех христианских конфессий. Именно молитва «Отче наш» часто становится первым религиозным опытом отношений с Богом. Для многих людей во времена атеистических режимов эта молитва была единственной связью с Богом. Воистину, невозможно переоценить важность и значение молитвы «Отче наш» для христианской церкви и каждого отдельного человека, ищущего Бога. Что же является сутью Господней молитвы? Как следует понимать ее слова? Буквально, образно или, может, как-то еще? И вообще, следует ли их понимать, ведь цель молитвы – быть услышанным? И, наконец, что эта молитва говорит нам о Боге и Его воле для нас и нашего мира? Итак, уважаемые гости, сейчас наступает время, когда мы сможем вступить с вами в дискуссию. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать. Итак, сегодня нам предстоит нелегкая задача. Действительно, хотелось бы увидеть, в чем сила этой молитвы, в чем...